наполнителем насыпали. Подожди, 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 давай. Она на руку, может, и не пойдет. Может, пойдет? Нет, они боятся. Ой, какие они маленькие еще. Глаза большие. Ну, пусть, пусть. Все, они убежали от нас. Идем ко мне. Все. Не кусаются. Нехорошие. Они упадут у тебя с высоты руки. Да не упадут они у меня с высоты руки. Отпусти их, крысы ниже. Крысы умные животные, мам. Ну-ка. Ну это... Это пескуны. Песчанки это. Пескуны. Пескуны и пескуни. Сейчас они выйдут уже. Трусишка. Оп, первая пошла. В общем, ребят, говорят, у них очень тяжело пол определяется, поэтому... Или продавщица не знала, да. Ну, не знаю. В общем, смысл в том, что это у нас будет чип и Дейл. Вот. Или чипа и Дейл. Или чипа и Дейла. И Дейла. Заберутся туда в этот... О, еда, 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 еда. Не, они не боятся абсолютно. Да, слушай, они не боятся рук. Я думаю, они кусаться будут, крысы все-таки. Они... О, смотри-ка. Пойди, пойди, пойди. Давай ее сюда покажи. В кадр. В кадр ее, в кадр. Она такая хорошая, она такая приятная. Ничуть не хуже от мамы твоих джунгариков. Да, я хотела джунгариков, а они вот выбрали песчанок. Я тебе скажи, пока маленькая, чуть-чуть пахну, а потом буду сильно пахнуть. Да они больше так всего не вырастают. Не, ну тебе были побольше, у тебя были самые маленькие. Выпускай. Выпускай. Ой, а вы им салфеточку положите? Салфеточку положим. О, прекрасно они забираются по этой лесенке. Так, так. Заберутся они наверх, нет? Да, конечно, заберутся. Клетку можно будет со временем заменить, она уже такая поюзанная. А бегать они, интересно, будут в этой штуке? Вот это интересно, да. О, забирается. Конечно, забирается. Что тут у нас еще интересного? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай только не прыгать. Да нет, говорит, я не прыгаю, я так это осваиваю территорию. Не, классная. Классная, классная. Они такие, знаешь, энергичные, хомячки сонные. Энергичная. Они действительно, правильно сказала, что хомяки, они какие-то сонные. Ну, они потому что ночные, они энергичные. В колесе бегать посреди ночи. Др-д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 р. Хочу с ним контакт. Ну, ладно, давай, я такой... Давай, закрываем. Ну что, ребят, вот такие вот у нас новые жители. Привет, 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 привет. Они совершенно не кусаются. Не, они не кусаются. Они няки. Я думаю, они будут кусаться, честно. Няки, они няки. Ой, ой, ой. Слушай, да они совершенно ручные. Она сейчас спрыгнет. Маська ручная. Хвост в камеру нам. Ну все, на этом, говорит, всем пока-пока. Ой, ой, ну начинается. Ну начинается. Две крыски-мышки нашли друг дружку. Ну, ой, какая холёшка-то. Ой, они такие лапки мягкие. Сейчас почитаем. Да, они видно, что не глупые. Так, я пойду к нашему ластику. Так, ну что, вы тут осваиваетесь? Эти, я смотрю, осваиваетесь. Где осваиваетесь вы тут? Ой, моя осваивалка. Ничего себе мой. Ой, ой, ты уже тут и напилась, и напрыгалась, и в домик написала, да? И выбраться пытаешься? Выбраться пытаешься? Нетушки, нетушки. Угу. Давай вниз спустись пока. Спустись пока вниз. Ой, как вы классно на задних лапах стоите. Ну, в общем, вот такие вот у нас приобретения. Ну, у всех свои способы выхода из тяжелых жизненных и стрессовых ситуаций. Мы решили еще живых существ в дом запустить.
Да, Николаевич? Угу. Такая у нас реакция получилась на стресс. Какая? Ну, я говорю, что мы это... Угу. По-своему на все реагируем. Поехали, купили этих... Ой, ну они классные. Классные, классные. Ничего, мы сейчас маму приучим к хвостатым, потом крысу заберем. Точно. Ну, ребят, на самом деле, конечно, не смерть Сири у нас основной стресс, у нас совсем не основная жизненная сейчас перипетия, совсем другое, но... Вот так вот мы приходим в себя. Где? Где? Ой, 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 ой. Куда полезла? Куда полезла? Ну, куда ты полезла? Ну, запаха особо не чувствуется пока. Ну ладно, поживем, увидим. Все, закрываю вас крышкой. Может, на песка насыпать? Так... Ну, они ж песчанки. Думаешь? Можно? Да контролирую я их, контролирую. Они тут подтягиваются. Контролирую. Они, да, они эти, турникмены. Я думаю, им салфетки надо дать. А то вон, видишь, они там в домике уже устроили себе туалетную комнату. Ну, давай сейчас я им дам салфетки. Если вы в домик прям постелите? Нет, ты их на пол постели. Может, они как джунгарики сами нарывают и таскают. Но там они ты вниз прыгнуть всего, хочешь? Прям себе вели гнездо. Ты вниз хочешь прыгнуть? Вон там салфетка, можете ее разорвать. Это какая интересная салфетка, смотри, смотри, с каким они. Не, они реально такие вот прям живенькие и интересующиеся. О, камень, камень, камень. Камень, камень, камень. Камень не знает, видишь? О, откусила кусочек. Ты опять все намыливаешься? Не тебя понамыливаешь. Что ты у нее там такой вот тутой? Намочила тебя? Они обе намочились уже. Угу. Они вон под поилкой, видишь, лазят и мочат. Привет, 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 оч. Так, ну все, закрываем мы вас крышкой. Все, пока-пока.